Ну, конечно. Если что, всю зеленку, всю нить, все подряд, короче. А нас не кикнут. Да пошли они в жопу. Я все не вижу. Ну тебе-то, считай, вообще еще плюс 1% помогает. И у тебя вот такая и так еще, ой, у наги. И так 2%, то есть у тебя сейчас плюс 3%, да, получается? Ну да, но там стамина не прибавляет. Ну там у тебя сила и что-то, а, ловкость и Ловкость. интеллект. А чё ты прыгаешь-то везде? Стой на месте. Чё, опять нам попались 1к ДПС? Да вообще, нет, вон лок что-то дает, маг. Они просто их не было сначала. Да кого как так-то, блин? Замерзло все вообще. Что-то не получается сагрить. Кого вон в правую сторону агри? Бежит. Лучше, как говорится, пока потихоньку идти, раз дамага нету, ничего нет.
Да ну в жопу. Как так-то вообще? Что-то идет не то, да? Ты кого-то откинула на дракона. Ой, жопа, жопа, беги быстрее ко мне. Как выжил. Да пошли по... Он, смотри, куда он пошел? хотел сагрить вот этот квадрат, хотел сагрить дракона. Кстати, какая-то фигня странная, я в геле, прикинь, не могу пылить, ой, пылить, говорю, срезать шкуру вот с этих драконов. В Нексусе не могу. В обычках резал спокойно, а здесь не могу. Опа, дракон идет. Фига тебя прошивает, вообще жестко. Так понятно, без защиты. Просто ману в тебя не успеваю вливать. Ты затупил, с шмотом надо было на танка брать. Сейчас бы вообще не мучились, наверное. Тебя хуяли кто-то. Я вижу, уже начал хилить сюда. По одной стороне лучше бери. Ага, не получается, да?
Маги красавчики, смотри, да? За контроль или как? Но вот это я понимаю, скилл. Вот это да, идет что-то, да? Уже ППГ пошло, как рейд. Сейчас чуть-чуть подожди. Давай, поехали. Эликсир такой хуй. Огонь, чё? Фул Гиркин там, ебать, производит. А чё, надо же разбивать эту могилу. Да. Веди в нее. Я чё, один в эту могилу буду бить? Кожу тут все равно никто не оденет.
Нифига у меня сложил. Ну так. Чё, ну так, агрота. Так в контроль берут они. Так я не успел даже среагировать, рядом стоял просто. Так, чё, массореза ни у кого нет? О, есть. Так ты отбегай подальше, чтобы мобы бежали. А я хочу, чтобы буйный рост на всех падал сразу же. А отбегая подальше, буйный рост не на всех падает. Так на четырех будет падать, тебя захиливать или не надо будет. О, эликсир пропал мой, божественный. Ну так понятно, что сдох. Настойка все-таки. Пойдем, пойдем, чёт. Тут маны порезать хоть. Сейчас подожди, тогда поем. А чё за руны? Чё про чём говорит? Вообще без понятия. Пойдём? Так, вообще молодец. Че они трутся-то в тебе, блин? Их просто потом бах-бах и все. Сейчас дебильный босс будет, сейчас мазну резко. О, у меня уже ноги желтые, кисти желтые, надо чиниться идти. Все, поехали. А Мак, стой, стой, стой!
Вы походу меня дрочите, то тебя пробивает, то мага, то тебя, то мага, пока на вас переключаешься. Знаешь, как этот, как на пианино тут, 1-2, 1-2-3, 1-2-3, блин. А ты через что хилишь? А? Каким аддоном хилишь? Да я тебе же говорил, я через что играю, через X1. Да это у меня патч. Я по-другому не умею пока. Так ты вуду поставь, там тыкаешь одну кнопку и все. Куда тыкаешь одну кнопку? Ну вот там вот эти 5 полосочек зеленых, в них тыкаешь, вот у меня сейчас оно стоит. Тыкаешь там. А я чуть не знаю, ну пошли. Назначаешь сам, как что хочешь, какие кнопки. Нет, у меня здесь как бы пати-то выведена. И все, на буквы раскинуто уже кнопки. Просто мне мышкой, получается, по пати протыкивать надо. Ну так там сразу будет, ты сразу тыкаешь, уже лечится. Ты время экономить будешь. Я понял, что тебе надо выбирать сначала цель, а потом кнопки нажимать. А там сразу будет левая кнопка, допустим, омоложение, правая там. Еще что-то там. Ctrl плюс левая кнопка там, еще что-то. И ты назначаешь, что хочешь. Мне СС дали. Я теперь бог. Ты сдохнешь. О, танк наш зашел. Какой? Да это тот, про которого мы тебе тогда говорили. Вар. Это вар. Ну он говорит, Софа типа пришел сюда поиграть. Странно, я говорю, вот кожу не могу резать, раньше мог тут с волков, со всех собирал. Видать, какая-то фигня идет о том, что с Геры нельзя кожу фармить. Че думаешь, такое может быть? Дракон, моя цель, а я не могу с ним вообще ничего сделать. Добыча, то есть моя. Это получается, есть такие фласки, короче, до 70
9, ну, до 80-го они выпиваются. На восстановление маны быстрое и что-то еще там. А, после убийства, если любого босса, у тебя скорость на 20 секунд быстрее идет. Ты бегаешь там быстро. С этой, короче, выпивали эти фласки, вообще мана не садилась. Я там хилю прям вообще просто все подряд кидал. Поехали. О, видишь? Кольцо, потом ноги какие-то. Можно цепануть. Не забудь эту забрать. Какого эликсира это отваги? Эссенция отваги. Ноги покруче мне вот эти заходят. Все, как с инста выйдешь, пати кидай. Дальше пойдем. Только вот у нас сейчас по идее КД повесится, да? И Дым-Дымыч зайдет, он с нами уже не пойдет. Ну в этот инст. Ну да. Так там их много. Сейчас подожди. Паучок. Сейчас подожди, я подлечусь, а то у меня броня разбита. У тебя рога 24 хп, блин, а ты 23 всего. Ты где там? Куда лечился? И разбить сколько надо. Интересно, тут можно кожу резать. Только много не огрень, тут жесткий вообще. Чё, как он меня съел? Я в коконе. А, ты был в коконе, и он меня съел? Знаю, он кинул меня, потом, наверное, съел.
Эх, сейчас намучимся с этим инстом, блин. Я в коконе. На мне паутина. Она тоже паутина. По-моему, вот этот второй пак вот этот придурок привел. Видишь, что там вы сидит ДК? По-моему, вот надо сейчас на метку ставить, смотреть. Кокон, 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 кокон. Кто-то приводит, смотри, ну. Да у меня маны нету, вы чё, угораете что? Или они так и должны идти? Я вообще без понятия. Босс пришел назад. Что за бред-то вообще? Опа, мои, надо сролить. А не могу, прикинь.
Вот сейчас паучок будет с танкотрением. Там вообще жесть будет сейчас. Тебе чисто диспелить, да я не знаю, вложение. А чё я так медленно иду, вот смотри, это вообще какой-то бред. Как мне побыстрее идти? Он у меня ногами быстрее двигается, чем по полу передвигается. Какую кнопку нажать? Я чё нажал? Ну, ходьба, бег, назначение клавиш. Из кеска по назначению клавиш, ходьба, бег, смотришь, какая клавиша, и тыкаешь. Ну вот какую я не знаю, какой я нажал. Так видишь, как я медленно иду. Так я тебе говорю, открываешь ESC, назначение клавиш и смотришь, ходьба, бег, какая там клавиша назначена, ее тыкаешь. Цифр КЛ какой-то. Ну тыкни. Еще раз. О. А, да, мне кажется, у него ноги быстрее передвигаются, чем по полу передвигаются. Сейчас, короче, жопа будет. Подожди, ману отопью. Сейчас главное вот технику сагрить потихоньку, да? Все, побежали быстрее. Побежали быстрее надо. А где босс? Босс внизу. Или сейчас к нам идет. Если к нам идет, это жопа будет. И на пауков внимания не обращай, они дойдут и пропадут сразу же. Ты главное большого бей его вот там, где он стоит. Зеленки не стойте, главное. Себя хотя бы. Да поздно уже, блин. Они то диспелят, то не диспелят, и мы дохнем из-за этого, то что они не помогают. И у меня маны не хватает на все подряд. Если я их не диспелю, они просто дохнут. 60 тысяч, да не убьете вы. В яде надо не стоять. Видишь, в лужах дохнут. А, пропустить, там триня танковская, да, лежит?
Ну, сейчас опять они стоят тут, потому что вон пошли жуки и все. Стой, давай хилиться будем, дебафаться. Куда этот полетел, дебил? Не надо лететь сейчас. Пускай сдохнет он. Агрил жуков на нас. Блять, ёбаные текстуры, сука. А Рога что, сдох, что ли, нет? Где Рогат? Вниз уже ушел. Давай кикнем его на. Вниз? Ну он прошел, наверное, в инвизе здесь и упал вниз. Пидорас, блядь. Бой идет. А, вот он, блин. Да, вот пришел, все. Что ты не сделал, чтобы все разбились? Кто последний летит, тот разбивается. Всегда закон ДК. Зубами. Да это жопа какая-то. Я от него убегаю, он меня бьет, я убегаю, он меня опять бьет. Пиздец, блядь. Он в ступенях, нахуй, мимо его нему пишет, блядь. Че, сейчас интересно, опять ивент проходить на. Да вряд ли.
Взял ману, не тому залил роги, блин. Слушай, Войт, интересно, есть такие макросы, которые, например, если вот монорек чисто сделать, чтобы он независимо на ком был таргет, только тебе заливал? Есть, да, такие макросы? Да. А то я вечно переключаюсь в бою, блин, пока на себя, пока монорек, потом он 5 хилить, блин, неудобно. Одной кнопкой можно сделать это озарение на себя. Вот я и говорю, чтобы чисто на себя всегда было. Простой вроде макрос. Там мы вчера с этим, с Лимоном, он говорит, все, я сейчас пятая ката, в ВВК пойду там везде. Я говорю, кому ты нужен со своими 14 хп, блин? Я говорю, ближайший мат, и тебя хлопать, говорю, будет. Ну вот он тот макрос. А, как истерию дает, получается? Ну да, только вместо истерии озарение пишешь и вместо Роми там свой ник и все. Ну, вот, понятно, ну. Сейчас, так, сейчас пускай все подойдут, а где еще один мертвый он лежит? Дрочит. А где он упал-то? Ой, это что за такое, я кастую, а в меня дамаг летит вообще жесткий. Это что за херня-то? Хилиться надо. Да я пока смотрел, что это такое, уже меня убило, блин. Опять бежать, блин. Какое-то невезение. Че он пишет, трезвый, Вася, Вася, сука. Его найти бы сначала, где он вообще лежит. Да он дурачок, нахуй. Сейчас, если найду, то рискну. Я понять вообще не могу, где он лежит. Все, он вес пишет. Или нет. Призраком стоит что-то. Так, 270 ОД, блядь, надо копить на что-то хорошее, да? У меня уже 460. Можно пойти, в принципе, что-то купить уже вроде. Сейчас этого ДК дождемся. Ты ДК тоже уже танковал, да? Чё танковал? Ты ДКшка тоже танковал уже или первый раз? Не, все танковал, Халион, Лича, все хуйня. Я говорю ДК, ДК. ДКшка танковал? Ну да, я же говорю, все танковал.
Да, то есть за всеми танками, да, игра? Да, паладин, вар, ПК, мишка. И чё, какой лучше? Ну, блять, в одну цель ДК топовый. Личка ли он, ДКшник. Ну и мишка. Мишка охуенный тоже. Здесь не знаю, как тут мишки работают. Мишка король ППГ. Ну, вар хорош, у него мобильность вот это есть, рывки, блядь. Но там надо как пианино будет. Ну чё, где этот ДК? Ты не заходи, не заходи, он сейчас сагрится, а нас туда не кинет. А его только там бить можно. По ходу дела он там блуждает. Он не знает, куда идти. Короче, давай заходим нахуй, в пизду этого Да пидора, блядь. мы долго будем бить. Похуй, блядь, добыча. Да Эту вон он уже пешку забегает. прогнал, ёбаный пидор, блядь. Сука. У меня маны-то не будет хватать на вас всех. Да похуй, озарение кинешь. Ну, Типа того. озарение. Озарение не бесконечное, у него КД еще есть. Да? Сука. Дебил, блядь, бегал там, в небо смотрел. Пиздец, ёбаный гусь нахуй. Давай забегай, блядь. Куда ты Сейчас, побежал? подожди. Тут шкуру можно делать. И что вы сделали? Да я хуй знаю, давай заходим нахуй. А кто зашел-то? Да тут пидор, наверное, сагрил, блядь. Я говорю, он даун какой-то, блядь. Подводи, парень, подведешь. Ох, пускай там это долбоёб ходит. Себя только вхиливай там. А почему на мне жуки-то какие? Ты лужу-то кидай иногда хоть. Я хоть в нее буду заводить их. Лужу, лужу.
Как эту херню сдиспелить? Она не диспелится. Никак. Тридцать два стака, да бейте вы их, у нас сейчас сдохнет этот. Лужу лей, сейчас опять жуки полезут. Давай лужу. Как он заебал, блядь. А мне сними одного. Добивайте уже, блин. А то опять у меня лич король идет, блин. Лужу лей. Я уже два раза себе озарение заливал. Так, че, сколько шаров? Три шара можно сдавать уже за кристалл. Это вообще жесть, конечно. Без додека, я говорю, это такая жопа вообще. Особенно, когда вот еще вот такие люди, пятые, блин. Просто стоит, он сейчас просто в инсте побыл и все.